Наверное, это соблазн. Как бы соблазн подходит и крутится, это еще не грех. Но когда мы позволяем соблазну сгущаться над нами, то мы допускаем вероятность греха возрастать очень сильно в нашей жизни. Вероятность сильно возрастает. И тогда очень сложно побороть этот соблазн, и он обязательно настигнет, и человек согрешит. Вот в этом опасность. А вообще, моя точка зрения как предпринимателя, руководителя, я считаю, что это вообще напрасная трата времени. Это, ну, скажем так, немножко расточительный образ жизни. Ну, как бы глупый, что ли. Ну, вот на мой взгляд. Потому что это не назидает, это прожигает время. Ну, а фильмы ужасов, конечно же, это тоже не совсем... Ну, это все к этому же и относится, что я сказал, но к фильмам ужасов это, наверное, просто даже желание смотреть их уже что-то не так. Ну, потому что, ну, у меня нет желания там кого-то убивать или там делать какие-то вещи, если во мне живет Господь. А если желание такое есть, то значит что-то уже не так.